Мои коллеги, мы сегодня начинаем такой интересный формат. Вот этот формат, должен сразу вам сказать, что он в значительной степени происходит благодаря фирме Medtronic. Да, это, наверное, единственный product placement, который сегодня произойдет. Мы благодарим их за это, потому что у нас появилась возможность встретиться между собой. Да, мы все, в общем, хорошо дружим и общаемся. Вот, и встретиться с вами для того, чтобы обсудить насущные вопросы хирургии грыж, но несколько под другим углом. Да, тут некоторая интрига есть такая, да. То есть мы сегодня не будем показывать презентации, показывать видео своих операций, рассказывать вот какие-то технические нюансы, да, и рассказывать, что ETEP лучше IPOM или IPOM лучше ETEP и так далее. Да. То есть сегодня такой темы не предполагается. Учитывая, что за прошедшие пару месяцев было столько геронеологических мероприятий, вот именно в таком формате, что, в общем, сейчас это уже на самом деле неинтересно. Поэтому мы решили поговорить, пригласить экспертов в области гернеологии, причем экспертов таких практикующих, да, не каких-то теоретиков особых, а практикующих экспертов, которым есть чего рассказать про свою практику. Да, и мы хотели бы обсудить именно вопросы, если угодно, философского плана, да, чтобы рассказать об этой специализации в хирургии, несколько более в широком ключе. И я буду предлагать вопросы для коллег, и мы будем обсуждать их, надеюсь, достаточно живо. Видите, даже я вот с собой взял бокал вина для того, чтобы быть бодрее. Вот поэтому первый мой вопрос следующий для обсуждения. Не напрягает ли вас имидж гернеолога? Вот, и
Я поясню, почему. Потому что хирургия, как вы понимаете, это вещь широкая достаточно, да? И все мы готовились изначально к хирургии как к такой специальности много полипатентной, да? То есть там есть хирургия грыжи, есть хирургия желудка, кишечника, печени и так далее. Я не буду все перечислять, все понятно. А тут вот горниология, да? Можете сказать, что здесь? Да. Ну, вопрос имиджа меня не очень сильно интересует, потому что всего лишь слово, да, кто такой гернеолог, это такой же врач общей хирургической специальности. Ни для кого не секрет, что я работаю в простой районной больнице, где, в принципе, не может быть такого понятия, как гернеолог. Это врач, который влит в систему здравоохранения районной больницы. И меня это абсолютно не напрягает, если кто-то скажет, что доктор Бурдаков – это гернеолог. Сути моей работы это не поменяет. Вот. И с моей точки зрения, напротив, гернеология, она позволяет расширить горизонты, которые есть в общей хирургии, позволяет расширить навыки, сделать их менее тривиальными. Собственно говоря, это такой путь во всю остальную хирургию. Я бы сказал это так. Ну, я могу добавить тоже, что, как и Влад, проработал всю свою жизнь в районной больнице. И, ну, если исходить чисто из статистики, то грыжа – это самая частая операция, которую приходится делать хирургу. Поэтому, ну, почему бы и нет? Пусть будет гернеолог, пусть будет… Это абсолютно допускается, так как по своему роду деятельности приходится чаще всего оперировать грыжи. Я думаю, это, наоборот, как бы преференция, нежели какое-то такое унизительное отношение. Можно я? Очень хорошо, что конечно, уже было два мнения до меня, потому что, я не знаю, может быть, будет еще смежный вопрос, на который я уже смогу ответить. А у меня произошло немножко наоборот, потому что я начал свой профессиональный путь на кафедре, которая занималась такими фундаментальными вещами онкологии, хирургии пищевода и желудка, и вся моя деятельность была устремлена туда, но потом раз так как-то получается в аспирантуре темы, связанные с гернеологией, и меня приглашают в то место, где я сейчас работаю, ведущий онкологический стационар, ну, мультидисциплинарно, конечно, но все-таки с уклоном на онкологию Москвы, и говорят, направление гернеология. Вот нам нужен человек, который будет заниматься грыжами. А у меня с грыжами связано только то, что я пишу диссертацию, но и делаю иногда какие-то там лапароскопические паховые грыжи. Но, учитывая, что кафедра как-то еще что-то, надо идти, я думаю, ну, попробую. И в течение нескольких лет руководство говорит, что нужно заниматься только грыжами. А я понимаю, что я хочу, у меня хватает навыков, знаний, да, там, пусть не оперируют, но как лечащим врачом выхаживать тяжелых там, после экстирпации пищевода, еще что-то, онкологических больных, а меня прям разрывает на части. А потом, когда я углубился вот именно в специальность гернеология и столкнулся особенно с молодыми коллегами, с не очень, с коллегами, которые были уже на тот момент значительно более степенны, чем я, доктора наук, которые не знали, какого размера сетку выбрать, еще что-то там, да, тут я понял, что какой просто необъятный пласт работы лежит, если ты гернеолог. И вот я могу сказать, что у меня вот как раз вот произошло вот от такого отрицания, что я не только гернеолог, пришло к тому, что я понял, что этим можно заниматься очень много-много-много лет своей жизни и абсолютно не стесняясь этого, потому что это очень много за этим стоит. Да, если позволите, я от себя добавил. Ну, честно говоря, я не встречал хирургов, которые умеют оперировать только грыжи. Поэтому хирург, который вот гернеолог и больше ничего, честно говоря, мне не попадает. И когда про хирурга скажут, что он еще и гернеолог, это, наверное, будет ему какой-то дополнительный плюс в копилку к его навыкам, к знаниям, к умению, к имиджу. Потому что на сегодняшний день герниология настолько шагнула вперед по сравнению с тем, что было там 10, 15, 20 лет назад. И когда ты еще можешь добавить к своему хирургическим навыкам еще и умение оперировать грыжи, мне кажется, это только добавляет имиджу, плюсов. Это выходит за рамки уже практической, в более какую-то научную плоскость герниологии. Это, если уже говорят, что человек герниолог, мне кажется, это уже как признание определенного научного направления за герниологию. Ну, то есть мы должны прибавить таким образом, сказать, что не хирург-герниолог, а хирург еще и герниолог. Да, вот так примерно. Наверное, так даже. Алексей Викторович, скажете что-нибудь? Да, с удовольствием. Сегодня герниолог. А что будет завтра? Завтра мы будем развиваться, осваивать новые рубежи. И герниология, действительно, вот, на мой взгляд,
одна из очень быстро прогрессирующих и охватывающих все больше и больше количество хирургов раздел хирургии, где действительно есть те операции, которые достаточно легко тиражируются от малых гернеологических операций до, в общем-то, больших. И поэтому, я повторюсь, сейчас это герниология, все мы достаточно молодые и активные, и думаю, что в итоге мы все равно станем все онкологами, а потом главными врачами. Онколог. Но все-таки вы себя считаете, что онколог – это выше, чем герниолог, да? Типа, да, это круче, да? Нет, онколог – это… Нет, герниолог – это тот, кто за онкологами делает грыжи, да? После онколога. Реально, наверное, все мы герниологи, потому что если поднять статистику чисто по операциям, герниология – это самое частое. Потом, кто там, желчные пузыри, потом, да, мы же не называем этих хирургом, да, холецистологами или кто-то. Ну, вот в том-то и дело, вот я поэтому задал этот вопрос. Поэтому как бы… Николай Александрович, у вас есть что добавить? Я думаю, что есть, конечно. Да нет, ну это клише, да, клише я уже пережил достаточно давно. Я был человеком, я был флебологом. Да? Это же вообще, это вообще обалдеть же можно, да? Причем флебологом, который работал на кафедре хирургии усовершенствования врачей, скобочка с курсом неотложной хирургии, располагался на институте скорой помощи в Санкт-Петербурге имени Джиналидзе. Вот, поэтому это клише вот тогда прикрепилось, там флеболог, на какое-то время оно осталось. Но потом судьба изменилась. Вот, и стали в большей степени попадаться грыжи, да, через какой-то период времени, через еще одну ступень. Это все клише, к этому спокойно надо относиться. А если так называют, ну, какого-то рода это признание, что ты что-то можешь. Почему я еще задал этот вопрос? Потому что действительно, вот про флебологию, да, мы говорим, что не бывает хирургов-герниологов, они это как бы одна из ипостасей. Но с другой стороны, возьмем флебологов, да, которые кроме своих вен ничего видеть не хотят. Возьмем проктологов, да, которые дальше прямой кишки никуда тоже идти не хотят, причем малой проктологии. Да. То есть получается ситуация, что, возможно, кто-то воспринимает герниологов так же, да, что вот сидят ребята, да, которые свои дырки заштопывают там в брюшной стенке, да, и все. Вот, а никому в голову не приходит что-то другого, да, и какое-то, может, пренебрежительное отношение такое сложится. Да, вот человек решил себя ограничить грыжами на всю жизнь, да. Вот, и я тут хочу подчеркнуть, по крайней мере, что собравшиеся здесь люди не ограничивают себя этим, да, и не хотят себя этим ограничивать. А действительно, совершенно правильно было сказано, что грыжа – это одна из наиболее частых общехирургических заболеваний. И мы просто стараемся в одно из этих заболеваний, да, оно многообразно, но тем не менее, в одну из этих нозологий внести нормальный методологический подход, я так понимаю, да? И этот подход, на самом деле, всем нам помогает и в онкологии, нам всем нам помогает он и в хирургии желчных путей, там, и в прочих других видах хирургии. И, конечно, не нужно говорить о том, что герниолог, потому что если есть другой еще аспект, то есть если пациент будет считать нас герниологами, да, то пациенты с другой патологией к нам не придут. Это тоже важный момент достаточно. Да? То есть надо где-то, вот если мы там в социальных сетях, там или у нас какие-то сайты, если что-то такое, то мы должны все-таки как-то сказать, что, знаете, вот герниолог, но я еще немножко и шью, да, по вечерам. Вот. Так что здесь такая вещь тоже, мне кажется, важная, поэтому я, собственно, и задал. Спасибо большое за ответ. Если у кого-то есть еще что добавить, да, Владислав Александрович, пожалуйста. Да, но с другой стороны, я начал в последнее время сталкиваться с тем, что молодые наши коллеги, хирурги, еще когда только заканчивают институт или ординатуру, они себя метят в герниологи. Без какого-то пути в прям сразу уже, да, то есть, да, прям туда сразу. Ориентирует себя как специалист-герниолог. И вот лично мое мнение, что этот специалист не может быть оторван из общей хирургии, это будет просто катастрофа. Потому что когда человек переходит из маленьких игрушек с паховыми, с пупочными грыжами к грыжам серьезным, да, вот то, о чем мы сегодня разговаривали, да, наверное, будем, то в том случае, когда у него будут случаться какие-то осложнения, они неизбежно будут случаться у каждого хирурга. Он не будет видеть пути решения, как из кругозор, да. Поэтому первичная специальность в качестве герниолога, я считаю, достаточно опасная, особенно для хирургов, которые только встают на путь становления хирургии. Ну да, спасибо, да, это интересно, более конечно, у тебя мнение хорошее. Большинство из нас пришли в герниологию из экстренной хирургии, вот как у меня складывалось. И сначала набираешь опыт, навыки и знания в экстренной хирургии, а потом выбираешь себе что-то
Но при этом, вот Владислав Владимирович прав, что может случиться любое интероперационное осложнение, может случиться любое послеоперационное осложнение. Если ты имеешь багаж знаний и навыков экстренной хирургии, тебя это абсолютно не пугает. А если ты будешь все время страшиться каких-то нештатных ситуаций, то это будет сковывать. Это будет сковывать, не давать возможности двигаться вперед. Да, пожалуйста, все. Да, а я хотел все-таки сказать, что все-таки здесь собрались герниологи, потому что это настолько проблема, которая требует вникания, изучения, потому что я до сих пор встречаю мнение уважаемых профессоров, которые говорят, что там ваши грыжи? Вот когда ты приглашаешь в операционную, да, и показываешь реконструктивную операцию, которая длится там 6-7 часов, и работа в разных слоях, которые, в общем-то, ну, до сих пор большинству оперирующих хирургов неведомо, да, и открываешь как бы новые спейсы, одно, второе, третье. И вернусь с начала своего спича, я хотел сказать, что все-таки герниология, и здесь представлены герниологи, люди, которые разбираются, творят науку в этом, анализируют и, в общем-то, дают свои знания в массы и обучают молодых специалистов и тех, кто хочет разобраться, как все-таки нужно оперировать грыжи, чтобы не было рецидивов. Думаю, что к таким подытоживающим этого блока может судить высказывание английского хирурга. Я сейчас силюсь вспомнить фамилию, я ее вспомню, жившего на рубеже 19-20 веков, который сказал, что о мастерстве хирургов можно судить по тому, как они оперируют грыжи. Вот сейчас вот буквально iCloud загрузит, давайте я попробуем. Вспомню фамилию. Это здорово на самом деле, потому что действительно, помимо того, что вы говорили, нужно научить хирурга оперировать так, чтобы не было рецидивов, надо всех хирургов научить зашивать раны так, чтобы было минимальное количество вообще грыж, да, после операционной. Сколько раз я видел на тех же мастер-классах, например, когда выдающиеся онкологи делали какие-то серьезные операции, да, а потом как это вводится, да, зашивайте, да, и потом начинается зашивание, трансляция в зал прерывается, а я, допустим, сижу президиума и вижу на мониторе, как они зашивают. Вот, ассистенты, да, и тут четко совершенно понятно, что это будет потом, и пациент может излечиться от рака, а потом ходить без брюшной стенки всю жизнь, да? Что тоже очень, в общем, достаточно важно, конечно. Ну, я вот поддержу Влада Бурдакова, да, что касается, да, подготовки, герниологом быть невозможно, потому что он и я, как примером из общей хирургии, из районной больницы, вот у меня, к примеру, сертификат колопроктолога, гинеколога, эндоскопического, гибкого и плюс общего хирурга, то есть с районной больницы приходится дело иметь абсолютно со всей патологией. Просто герниология – наиболее частая вещь, которая попадается на практике. Вот и все. Ну, и нужно посмотреть правде в лицо, ведь это Москва, Петербург – это крупные города, а большая часть населения оперируется в районных больницах. Ну, вот мы сейчас как раз к этому перейдем. Я очень рад, да, что именно этим вопросом все показали, во-первых, свой достаточно широкий кругозор, да, и показали то, что они не только герниологи, но и нормальные специалисты, хорошие специалисты в других областях хирургии. Именно поэтому наш разговор такой немножко философский оттенок будет носить. Да, пожалуйста, Николай Александрович. А вот смотрите, еще другой взгляд на эту проблему. Давайте представим, вот сейчас онкология, она и на фактическом уровне, и на организационном уровне, и на законодательном уровне становится достаточно серьезной специальностью. Вы вспомните, когда вот все мы учились... Такой мейнстрим практически, да? Да, да, да. Кафедр онкологии как таковой, их не было. Вот были кафедры лор-болезни, кафедры хирургии различные, кафедры там других, там офтальмологии, но онкологии не было. Сейчас они создаются специализированные учреждения, это онкология. Хорошо, отставим. А что в хирургии-то дальше остается? Да. Давайте мы проблемы хирургии злокачественных опухолей какого-либо региона уберем. И что в остатке остается? Та же самая герниология. Если абдоминальную хирургию брать, да, холециститы, грыжи. Какая-то, если мы возьмем холециститы, да, кроме нее патология желчных путей крайне малоэпидемиологически распространена, остается гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, 80% из которых не требует операции. Да. Остается бариатрия и та же все уходящая в отдельную специальность малая колопроктология. И, так может, надо гордиться тем, что ты герниолог-то?
Видите, как к чему мы пришли? Но не забываем о том, что мы все-таки выросли из хирургии все. Поэтому у меня следующий вопрос для обсуждения. Вот представьте себе ситуацию, все мы это проходили в разном возрасте, при разных немножко обстоятельствах, да, вот хирургическое отделение, заведующий, ординаторы, да, или хирургическое отделение, допустим, какой-то клинической базы, да, значит, те же заведующие, тот же заведующий, те же ординаторы, да, плюс доценты, ассистенты, да, вот такой коллектив. Что конкретно, все мы через это прошли, скорее всего, да, или проходим сейчас, что конкретно вот вас побудило все-таки посмотреть на грыжу немножко по другим углом? Что обеспокоило, что привело вас к тому, что вы стали развиваться в области герниологии, да, и захотели освоить какие-то новые горизонты в этой области, потому что все оперируют грыжи, да, так или иначе. Бассейне, там, Лихтенштейн, да. Почему вот сложилось так, и как оно пошло, да, и какие, что называется, tips and tricks, как развиться как герниологу? Вот так, пожалуйста. Ну, знаете, я когда пришел из института в районную больницу, там это был 94-й год, 95-й, я видел больных, мы оперировали там со своим как бы шефом, у меня хороший был шеф, паховые грыжи те же, вентральные грыжи. Я видел, как текут эти больные, как протекают, как нагнаиваются раны, как приходится их скрывать, как приходится брать на реперации, как люди, ну что тут греха таить, умирали после операционных грыж вентральных. То есть. Поэтому и эти больные идут потоком каждый день, мы их оперируем, мы видим такие результаты. И, конечно же, хотелось что-то больше, вот как-то изменить ситуацию, сделать так, чтобы это исчезло, чтобы пациенты с такой патологией, они более легче переносили такие процедуры. И когда я попал в Германию к профессору Битнеру, кстати, я к нему попал еще в 90-х годах, когда он возглавлял, это к вопросу о герниологах, возвращаясь, он возглавлял тогда... Критология. Да, Мариан Госпиталь, он был шефом по хирургии. Битнер, Райнхард Битнер, да. То есть, как бы я лично с ним присутствовал на гастроэктомии. Штутгарт, да, на резекции там сигмовидной лапароскопической кишки, там гемиколектомии, геморрой он делал. То есть у них в Германии вообще нет. Да, у них нет. Дело в том, что в Германии, ну, это только, наверное, в России есть онколог, нигде в мире нет профессии онколога. Есть хирург общий, который занимается у них. Это известно. У них, кстати, молочной железой занимаются гинекологи. Гинеколог делает рак молочной железы. То есть это как бы это у нас отдельная специальность. Немножко, да, давайте, у нас не так много времени. Да, прошу да. прощения. Вот, поэтому, когда я попал в Германию, увидел, как можно делать грыжи, то есть, естественно, захотелось что-то поменять у себя в своем огороде, так скажем. Поэтому и появилось стремление научиться делать что-то лучше. Ага. Спасибо. Грыжами я занимаюсь 11 лет, всю свою работу, как бы, я думаю, что увлеченный этим, наверное, последние 8 лет. Ну, первую лапароскопическую, если мы все-таки, наверное, говорим о современных лапароскопических... Ну, о современных технологиях. Пластика, да, я выполнил, наверное, около 10 лет назад, но вот такое активное развитие, наверное, последние 5-6 лет. Вот, а до этого, в общем, как и все здесь присутствующие, это работа обычным хирургом и экстренным в огромном многопрофильном стационаре. Тогда я отвечу. Тоже 6 лет, наверное, последние 6 лет. Я так чувствую себя и герниологом тоже. И тоже начинали с обычных грыж, а вот увлечение, ощущение появилось последние вот 5-6 лет, наверное. Николай Александрович, пожалуйста. 8 лет. 8 лет. Все, краткий вопрос, да. Краткий ответ, да, пожалуйста. 26 лет. Первая грыжа, 95-й год, лапароскопическая в районной больнице. Мне как даже неудобно после такой цифры называть свои. Вот. Ну, у меня вот как была утверждена на кафедре тема диссертационной работы в 2012 году, и вот в 5 лет, как я в нынешнем лечебном учреждении занимаюсь герниологией. Ну, я тоже сделал лапароскопическую паховую гернопластику TPP первый раз в 1994 году. То есть примерно столько же, да, тоже вот. Но это как раз был тот период, когда начинали, да. Ну, я должен сказать, что изначально, если говорить про меня, то я, сделал эту операцию, да, сказать. Мы тогда все пробовали, помните, да, мы все пробовали лапароскопически делать, что можно, и желудки, и грыжи, и так далее, да. Поэтому я изначально все-таки больше, я что греха таить, я был один из первых в России, кто стал делать лапароскопические гастроэктомии, и на кишечнике заниматься в том числе, да, это как вот была плеяда интересная, вот. А к грыжам я пришел, так сказать, уже кардинально, чуть позже. Я помню прекрасную ситуацию, когда первый раз на сайте
Иркада, да, опубликовали видео с гернопластикой айпом пупочной грыжи. Я подумал, какое же извращение? Что это-то? Зачем это? Вот таким образом, да? Вот она же грыжа, вот. Что же взять ее, зашить, да, руками и все? Зачем они это делают, да? А потом, конечно, я понял, что я ошибался. Очень важно признать свои эти ошибки. Вот, и я стал этим заниматься совершенно серьезно. Уже прям так на планомерной основе, в значительной степени, но, наверное, лет 20, да, да, да. А вы помните, в 94 году была конференция в Красногорске на базе военного госпиталя? Да, помню. Помните? Я вот ее четко запомнил, когда приехал Битнер туда. И когда он первый раз? Первый раз, вообще, это было первый раз на постсоветском пространстве, когда он вживую показал свои записи этой паховой грыжи. Ну, как бы для меня это вообще шок был просто реально. Там, ну, это было так раз время шока. Вот это на самом деле начало 90-х для нас, для всех нейрохирургов, в том числе России. Это было время просто какого-то взрыва, да? Это была смена всех ориентиров. Это все, это, кстати, очень приятно вспоминать, на самом деле. Жалко, что уже чувствуешь себя при этом не очень молодым. Вот, но тем не менее. Надо вот не считать время опыта в герниологии, когда мы делали, на мой взгляд, неправильные порочные операции, когда во время паховой грыжи ставили не типичную для нас сейчас сетку там, размером 10 на 15 или большего размера, когда закрывали небольшим дефектом, исключительно размер внутреннего кольца. А все эволюционирует. Когда делали пластики диастазов при помощи иглы Берси, стягивая пациенту, что они потом получали промедол в течение 3 дней. Все это пройдено. Вот есть такой вопрос еще интересный. Сейчас мы вернемся к нашей теме, она меня очень тоже занимает, безусловно. Но вот вопрос, на самом деле, он немножко меня шарашил, честно говоря. Насколько обширна герниология, что посвящать этому отдельную специальность и заниматься только этим? Специальности нет герниологии, как вы знаете, да? Я просто скажу сейчас, чтобы не затягивать время, я отвечу по вашему позволению на этот вопрос. Нет такой специальности герниологии. Если мы посмотрим на вообще само слово герниология, мне кажется, оно у нас изобретено в стране почему-то, да, потому что везде hernia surgeon, да, хирург грыж или hernia society, да, у нас называется общество герниологов, то есть какие-то ученые, да, как будто бы, которые занимаются грыжами, да, это уж что-то такое совершенно, такого нету. Никто же не называет, допустим, печеночных хирургов, там, не знаю, там, белиологами, например, да, или как-то еще, да. Это какой-то термин, на самом деле, совершенно искусственный, по-моему. Это просто хирургия грыж, да, хирургия грыж. Я бы сказал даже не так, я бы сказал, что это уже сейчас это все выливается в реконструктивную хирургию брюшной стенки, да, в широком смысле этого слова. А вот именно реконструктивную хирургию брюшной стенки в таком широком понимании, это как раз обширная очень вещь. И гораздо более обширная, чем мы раньше думали, да. Пожалуйста. Да, я согласен здесь с Николаем Львовичем, потому что действительно сейчас герниология шагнула немножко в другую стезю. Действительно приходится делать такие вещи, которые граничат именно с пластическими хирургами. То есть выполнять, по сути дела, реконструкцию передней брюшной стенки. То есть восполнять тот дефект мышц, который есть у пациента. То есть здесь, наверное, понятие, такого понятия раньше в советское время особо его не было. Просто был там пластика сапежка, была пластика мио, там как бы натяни, как можешь зашить. Такой маленький кусочек общей хирургии. Да, то есть здесь это, оно получает развитие, как и все на свете. Наверное, прогресс идет, мы не стоим, поэтому, наверное, это термин герниологии возникл. А еще можно, тут вопрос-то в другом стоит, помимо того, что как бы передняя брюшная стенка, то, что мы используем сетки, потому что, ну вот, Николай Ильич, мы с вами проводили опрос не так давно, да, по России. У нас люди, хирурги в регионах, они не знают всего. Это следующий вопрос. Ну, я, простите, забегаю, потому что этот, ну, как бы на самом деле, вот сейчас понимаешь, что этот вебинар, он такой, то, что накипело у многих, да, поскольку... Мы ну, так хотели. Не буду я сейчас... Ну, там немножко есть... Да. У меня, да, я не хочу это нарушать. Нет, ответить, вот, ну, как бы нас смотрят, и люди хотят получить свой ответ, ответ на свой вопрос. То, что помимо того, что нюансы по пространствам передней брюшной стенки анатомические и технические, еще нужно учитывать, что какой объем синтетических материалов мы используем, и биологических, и прочих, да, для того, чтобы правильно это все сделать. Это целое такое герниологическое материаловедение, да, как ну, вот в стоматологии это... есть такой специальный отдел, да, и специальный есть там материаловедение, они изучают. А у нас тоже есть материаловедение, да, много где его нет. А у нас есть. Так что давайте вернемся к нашей теме, пожалуйста, про ваш путь, да, вот про tips and tricks, как в обычном среднем хирургическом коллективе начать этим заниматься и сделать, вот что самое главное, сделать так, чтобы тебя не прижали, да, чтобы тебе дали развиваться, как взаимодействовать с коллегами, да, как с заведующим отделением, замглавврача по хирургии, как это все делать так, чтобы вас пропустили, да, вы сами знаете, что хирургия консервативная специальность, да, как это сделать, прошу вас, пожалуйста, это очень интересно, кто следующий может сказать?
По поводу путь, ну вот я как уже сказал, что 2012 год, надо утверждать тему диссертационной работы, альтернативы либо безгазовой лапароскопии в 2012 году, но которая уже никому она не нужна, либо придумайте сами. Ну и вот на примере того, что каких больных больше всего, давайте подумаем. Ну вот пришла в голову идея о том, что надо заниматься грыжами, тогда как раз была конференция, Николай Александрович адресует такое-то, в ЛРЦ очень интересно, и там появились там определенные сетки, и мы подумали тогда тоже одни из первых, что их не надо фиксировать, вот, ну и как-то родилось, все это пошло дальше-дальше, а когда уже непосредственно был определен фронт работы, и как сейчас я понимаю, в первую очередь руководителям было дано научное направление, да, чтобы развивать это в центре, все очень просто. Демонстрация своих операций минимально инвазивных на утренних конференциях, да, потому что когда ты приходишь и все там делают послеоперационные вентральные грыжи пластику российского известного автора, я не знаю, будем там называть, не будем, но тем не менее, да, там с хорошими результатами, но тем не менее, ты говоришь, а вот альтернатива, да, и все такие, о, здорово, а мы не делали, там еще что-то. Я думаю просто, что вовлеченность в процесс, предлагать участвовать ни в коем случае, не говоря, что там только я могу это делать, а обучение и заинтересованность коллег. Ну, у вас, честно говоря, путь такой без тернии особо, по большому счету, потому что у вас руководитель, у вас шикарный руководитель, да, который просто все это сам продвигает, да, понимает, да, это идеальный вариант, на самом деле, да. Я первый начал, потому что у меня самый простой путь. На самом деле, далеко не везде такой идеальный вариант, я думаю, что есть разные варианты, да, разные варианты, я потом в конце тоже свой вариант расскажу, поэтому прошу вас. Время. Коллег, пожалуйста, Николай, кто еще? Такую затронул тему, очень такой болезненной, мне кажется, на нашей отечественной хирургии, как молодому хирургу доказать, что он что-то хочет, что-то может, и поставить себя как бы в рабочий коллектив. Это очень сложно на самом деле, потому что, ну, вспомню советское время, там у нас все-таки были системы кафедр, да, то есть при каждой больнице был научный руководитель там, или заведующий кафедрой, который диктовал какую-то тенденцию развития отделения. То есть он, как правило, придерживался каких-то взглядов современных, он что-то внедрял. Сейчас эта система полностью упразднена, и практически все сейчас базируется на главном враче, на чмеде, и как бы вот как они видят хирургию в своей больнице, так и происходит. Поэтому, конечно, молодым хирургам очень сложно сейчас, я не знаю, нужно возрождать, наверное, какую-то систему вот этого менторства, систему научной курации, потому что по-другому даже сложно доставить, как это все наладить. Ну, вот все-таки, вот как вы этот Стеллу Харибду проходили, да? То есть, вот, допустим, вот, у вас были какие-то запреты, вы там с кем-то воевали, или наоборот, вы с кем-то дружили, как это все вообще было? У меня было очень просто, у меня отец был главный врач районной больницы. А, ну видите как, опять идеальный слой. Как у нас что-то не получается пока интриги, да? Давайте, но, пожалуйста. У меня альтернативное мнение, вот, учитывая, что я воспитанник военно-медицинской академии, где достаточно очень консервативные взгляды на хирургию. Да, вот да, мы... Академик Олега. Знакомы со второго курса сейчас. Как выяснилось. Просто чуть-чуть постарели, друг друга не узнаем. Вот, и крайне сложно было что-то внедрять в сложившихся фундаментальных клиниках, а потом служба в армии, вот среди нас сейчас есть хирурги, которые работают в регионах, и на самом деле выезд за пределы мегаполисов позволил, как ни странно, развиться. Когда ты приезжаешь в ту клинику, в которой... Ну, нас распределяли начальниками хирургических отделений, и ты, в общем-то, в возрасте чуть больше 20 лет становишься начальником отделения. В то время мы уже поколение, не знаю, какая буква нам присвоена. Это были госпитали военные, да? Военные госпитали, mm-hmm. Да. Тогда уже ЧИШ оснастил госпиталя современными стойками, и, в общем-то, появились возможность в интернете начитать материал, посмотреть первые видео, и степ-бай-степ, в общем-то, мы набирали знания и обучались, потому что я не стесняюсь признать, что я один из тех самых YouTube-хирургов, которые все вот эти вот знания, технологии получал исключительно с экрана монитора, из интернета.
И вернувшись потом уже через пути там, Дальнего Востока, Калининграда в город-герой Москва, вот то, о чем говорил Алексей, главное попасть в обойму коллектива, потому что огромное количество клиник в Москве и даже огромный многопрофильный стационар, мы все их знаем, в которых до сих пор вот те методики, которые уже для нас с вами кажутся рутинными, и мы даже не задумываемся, что обычная паховая грыжа, а если вот мы, например, сегодня на конференции обсуждали, что поступил пациент с ущемленной пупочной грыжей, небольшой, без изменений кожи, в общем-то, и до сих пор сознание вот, стереотипных хирургов не позволяет им шагнуть на следующую ступень и выполнять им лапароскопическое вмешательство. У них вот до сих пор консервативные взгляды. А когда ты попадаешь в обойму активно развивающих хирургов, особенно если они владеют языком английским, ездящих по разным странам, стажирующимся, то, в общем-то, в этих клиниках возможно развиться и получить необходимый опыт и знания. Александр Александрович, ну продолжите, пожалуйста, линию выпускников военно-медицинской академии. Я уволился из армии, из академии в 2003 году и стал работать в том центре, в котором я сейчас работаю. И в один период времени там было большое 52-коечное отделение, такое хирургия онкологии, которое я возглавлял, был заведующим на некотором протяжении лет. Ну и мы оперировали все. Мы оперировали онкологию, кишечник, желудки, печень. Ну, по-моему, я, если я не совру, а по-моему, я не совру, я, наверное, второй после Скипенко сделал инситу сплит в России. Вот. В общем, мы делали все объемы операций на печени, кроме трансплантации печени. Все, в общем-то, шло-шло. И потом, так, волею судей по руководству, нам было приказано разделиться на онкологию, которая стала выкристаллизовываться, матереть и, так это, ограждать себя таким непробиваемым чистоколом. И это был и сейчас остается мейнстримом. Ну, этому есть причины, наверное, все-таки. Вот. И хирургию. И мне сказали, вот, вот, хирургия, пожалуйста. И, опять же, я продолжу ту мысль, которую я сказал. Я понял, что, ну, не так много патологии. И уж если делать, то делать по-настоящему, делать правильно. И поэтому мы стали с моими коллегами обсуждать все эти темы, кто за что будет ответственен, кто какую, на какое направление работы продвигает и отвечает за то, чтобы это была современная, эффективная, безопасная хирургия. И вот с такими обсуждениями мы пришли к тому, что у нас есть и, в общем-то, абсолютно хорошая, замечательная, малоинвазивная флебология. У нас есть хорошая, я считаю, на уровне бариатрическая хирургия. Ну и, по-моему, не очень плохая гернеология. Ну да, безусловно. Я могу рассказать, что другой бывает путь. Давай, другой вариант нам тоже нужен. Нам все варианты давайте, конечно. Совсем другой путь. Когда мы работали, выполняли операции Постемского, были счастливы, было мнение, что лучше своих тканей ничего нет, и какие-то инородные тела в человека – это вообще очень плохо. И настолько были удовлетворены этим пониманием. Эти ортопеды и офтальмологи это делают уже много-много лет, и вроде ничего, да? Мы были настолько удовлетворены этим всем, и казалось, результаты замечательные, и, в общем-то, все хорошо. Но вот сейчас Алексей Валерьевич сказал, что меняется надо руководство, меняется вектор, у нас произошла такая перемена в управлении, и пришел новый руководитель, который нам показал вот современную гернеологию. И скажу честно, это воспринималось вообще просто в штыки, вот, правда. Казалось вообще, зачем это, что это такое там на экране, вообще ничего не поймешь, куда это, откуда это, зачем, вообще к чему это все такое безобразие. И потом с некоторым временем произошло такое вот понимание, что и совсем по-другому надо больных лечить, и выписывать их гораздо раньше, и поднимать их. И дренажи перестать ставить, и там зонды, и трубочки, и всякое такое. И вот тут как раз вот это все вот внутренние изменения, которые произошли вот у меня, например, они как раз хорошо вот впечатлились
тем всем увиденным, и это увлекло, что действительно не так много направлений в общей хирургии, которые можно. А тут такой вот, сколько лет это существовало, наверное, это, там, может быть, даже веков, что надо делать вот так, и тут вдруг какая-то такая метаморфоза, что оказывается, все совсем по-другому можно делать. И совсем другие у пациента страдания, их даже вообще нет, по большому счету. Поэтому это была на самом деле такая навязанная любовь. Вот она не при... Но потом разделенная все-таки. А потом разделенная. А потом разделенная. Спасибо. Владислав Александрович, вы у нас представитель как раз вот той плеяды, которая развивалась, что называется, от корней российских. Да. Скажите, пожалуйста, да, как у вас все это было? 2010 год. Я только закончил интернатуру по хирургии, стою, держу крючки на операцию пациентки с поясничной грыжей. Оперирует самый опытный хирург в нашем отделении, а я стою, держу крючки. Мы роемся уже полтора часа в этом жире, ничего не понятно. Где он находится? И тут он начинает шить. Я говорю, а что вы шьете? Ты видишь дырка? Бери и шей. Хорошо, шьем. И вот в этот момент у меня в голове родилась и идея, что нужно хорошо разобраться в том, что ты делаешь. А дальше начались уже философские и мировоззренческие переходы. Любая новая идея, она всегда проходит три этапа. Первое. На какой черт это все нужно делать? Мы делали тут 25 лет так, и все было хорошо. Потом появляется следующий этап, да? Ну, что-то, наверное, в этом есть, в том, что ты делаешь, да? И потом появляется этап третий. А разве можно как-то по-другому это вообще, в принципе, было делать? Вот. И когда я начал задумываться о том, как можно сделать по-другому, я понял, что рядом с нами, вот с той матрицей, где я нахожусь, есть целый мир герниологии. Я увидел первый раз, как Николай Львович делает айпом, у меня просто рот раскрылся. Я понял, что можно не копошиться в этом жире полтора часа, можно делать настоящие, красивые, анатомически понятые операции. И после этого я начал делать все для того, чтобы разобраться и быть хотя бы немного похожим там на своих первых кумиров. Мне очень повезло, руководитель отделения, где я работаю, Зверев Андрей Анатольевич, он очень умный руководитель, и он, чтобы не развивать конфликты внутри отделения, о которых мы все понимаем, он выбрал направление, которое близко каждому хирургу по духу в районной больнице. Есть хирурги, которые занимаются флебологией, кому-то нравится желчно-каменная болезнь, кому-то еще. В целом мы все общие хирурги и можем делать все, что мы хотим. Да? Но раз мне близка эта хирургия, он направил меня в этот путь и всячески меня поддерживал. Вы хорошо, наверное, с ним знакомы все. Вот. И он вместе с моими техническими учителями дал дорогу к этому развитию. И дальше, с моей точки зрения, самое главное, чтобы каждый хирург был искренне в душе честен сам с собой. Когда он делает что-то не так, он получает закономерные осложнения. Вот если ты будешь смотреть за этим пациентом, а в районной больнице нет другого варианта, потому что твой пациент все равно придет к тебе, тот, который ты оперировал. Когда ты начинаешь анализировать свои собственные осложнения честно, ты всегда становишься на один уровень выше. И каждый раз выше, выше и выше. И мне кажется, вот, ну, вот это вот мой путь, который я проходил и продолжаю проходить. Спасибо, да. Ну, честно говоря, каких-то особых терний я не услышал, да. Вот я позволю себе немножко тоже про себя рассказать, да. Но тут как бы такая двойная ситуация. Одно дело, это мой собственный путь, который, должен сказать, что не могу сказать, что тоже был очень-очень тернистым, да. То есть я не могу сказать, что я с кем-то там в кровь дрался за этого или там боролся с заведующими. Но с другой стороны... Я много преподаю в регионах, в частности, вот, вы все знаете, есть такой в Казани учебный центр, да, Шамтек, прошу прощения, вот, и я там уже много, ну, 11 лет я там преподавал, сейчас вот временно, да, прекратился, но тем не менее, приезжает еще большое количество молодых ребят из регионов, и они все рассказывают свои истории, да, поэтому я много об этом знаю, как это все непросто. Вот у меня было как, то есть начало 90-х годов. Никто еще ничего не делал. Я молодой ассистент кафедры, и на кафедре сформировалась группа под, так скажем, идейным таким благословением нашего заведующего кафедры, группа, которая занимается лапароскопической хирургией. Да. Сейчас, на самом деле, эта группа была очень серьезной, сейчас назову ее фамилии, да, это Фиденко, это, значит, Ходьков, да, там, я, там, то есть это люди, которые, в общем, сейчас являются одним из лидеров. Да. Тем не менее, мы все были молодые, вот, и все очень хотели.
Но был старший поколение хирургов, у которого с этим было свое мнение. И должен вам сказать, что мнение этого старшего поколения хирургов, оно транслируется в регионах сейчас очень широко. Зачем им это надо? Это эти какие-то палками там ковыряться. Это же какие проблемы? Что такое? Ну, проще же разрезать и сделать. Да? И у меня всегда возникал логичный вопрос, для кого проще? Мы же работаем вроде бы как для пациентов, мы декларируем это, да? А для пациента проще лапароскопия, да, чем разрезать, засунуть руки по локоть, да, и сделать. Вот. Поэтому как бы это было такое направление, сопротивление было, но я могу сказать своего личного опыта, что лучший способ, да, это как пациент Экзюпери на самом деле. Надо приручить тех людей, которые тебе оказывают сопротивление, надо приручить. Как? Их надо научить эти операции делать. Заведующий отделение, да, старший хирург, он, безусловно, ревнует к тебе, к молодому парню, он видит внутренне, что у тебя получается, и что результаты неплохие, и он проецирует на свою практику, что больные от меня уйдут к нему. Да? Я прекрасно помню ситуацию, когда в палате лежали рядом пациенты, которым была сделана открытая холецистектомия и лапароскопическая холецистектомия. И они между собой общались, эти пациенты. Да? Я и пациент, у которого был большой разрез по Федорову, он говорил, блин, да что же я согласился, дурак, на эту чертову операцию открытую, если ты ходишь уже и домой идешь, а я еще неделю буду лежать. Да? И те хирурги, которые делали открытые операции, они в значительной степени препятствовали, потому что они не хотели сами учиться и боялись, что пациенты от них уйдут к тем, кто умеет делать другие вещи. Вот. И поэтому я в один прекрасный момент просто взял за руку своего заведующего и сказал ему, пойдемте в операционную, я вам покажу, как это делается. Да. И постепенно, должен сказать, к чести, постепенно, люди пожилые, упрямые, но постепенно, они начали делать холециститы сами. И после этого горизонты раскрылись. Никто никому не стал мешать, все нормально, у него своя ниша, у меня своя ниша, и все нормально. Да? В регионах примерно такая ситуация происходит. Молодые ребята рассказывают, если я сделаю что-нибудь, что не понравится заведующему, да, он меня начнет гнобить. А это, извините меня, маленький город, единственная больница, да, если я оттуда уйду, куда я потом пойду? То есть это на самом деле огромная проблема, реально, да. Здесь надо проявлять чудеса, эквилибристики психологической, да, таким образом, чтобы убедить человека, чтобы там, ну, не знаю, не поругаться при этом с ним, да, не вступить в открытый конфликт и постепенно как-то завоевывать свой авторитет и не теряя авторитета старших коллег, эту тему развивать. Да? Потому что альтернатив-то на самом деле нету, да, по большому счету нет. Мы сейчас, я надеюсь, позже об этом немножко поговорим. Да? И вот цифры, которые сейчас мы все озвучиваем, которые озвучены, собственно, в докладе главного хирурга России, это то, что в России 4% операций по поводу вентральной грыжи выполняются эндоскопически и 11% операций по поводу паховой грыжи. Да? И это несмотря на то, что в каждой, по сути дела, клинике в результате нацпроекта практически в каждой клинике стоит стойка. Это может быть не какой-то супершторс, да? Это может быть какая-то казанская стойка, но сделать на ней паховую грыжу, вы сами понимаете, можно. И мы все это делали, делаем. Вот. Инструменты есть, стойка есть, хирурги есть. Да? Современная технология, как вы знаете, хирургии паховой грыжи, она практически до минимума свела стоимость расходных материалов, потому что это та же сетка, которую не надо сейчас фиксировать, как вы понимаете, да? И просто ушить брюшину руками, это, для этого нужна просто нитка и умение, и все. И по большому счету стали даже сейчас отечественные степлеры стали появляться приличные. Вот поэтому и вопрос того, что мы это не можем делать, потому что это очень дорого, тоже как-то немножко уходит на задний план, да? И мы сейчас можем перейти к следующему вопросу, который и у меня был, и коллеги поддержали, да, вот, и задают вопросы, да, путь, да, где учиться, как взаимодействовать с администрацией, чтобы стать передовым хирургом, герниологом, да, вот ваши тоже какие-то, как вы учились, вот расскажите, пожалуйста, коллеги, как вы учились герниологии, да, чтобы выйти на тот уровень, который сейчас у вас есть, какие ресурсы вы привлекали, у кого вы учились, да, может быть, на каких-то там ресурсах, естественно, интернет и так далее. Я очень прошу, пожалуйста, вот эту тему раскрыть, потому что наши коллеги заинтересовались, поступают уже вопросы, и люди хотят знать, как все это происходит. Пожалуйста. Ну, давайте мы сейчас, Валерий, послушаем. Давайте я расскажу, хоть у меня, наверное, такая очень история, которая вряд ли кто сможет повторить, да, повторить ее очень сложно, наверное, будет, потому что на корни этой истории уходит в наши лихие 90-е, все знают, что непростое время было для нашего государства, и чтобы выжить, я занимался тем, что в свободное время там брал отпуск, ехал в Германию, пригонял, там, купал машину, пригонял ее в Российскую Федерацию и продавал, потому что на зарплату хирурга было жить сложно. Такая жизнь, да. Такая жизнь была, да. И вот 95-й год, я как раз опять вспомню, Красногорск,
профессор Битнер приехал, показал свою грыжу. Ну, я знал, что нужно так делать. Но когда я увидел, как он делает эти грыжи, естественно, загорелся очень. Подошел к нему. Благо, в то время я английским языком уже владел. То есть, как одной из как бы особенностей то, что язык должен быть, в первую очередь, конечно, английский, он должен быть. Это очень правильно, я прошу всех отметить. Это как бы априори, потому что если вы хотите чему-то научиться вообще в этой жизни, то не зная языка, это сделать невозможно. Обязательно язык, как коллеги, первое, да? Первое, да. Знал я уже язык тогда, потому что в армии был призван, опять же, случайно, после первого курса института, тогда брали на службу советскую армию на 2 года. То есть я первый курс института закончил, 2 года служил. В армии было делать нечего, как бы взял там словарь, начал учить язык. Через 2 года как бы я разговаривал. Человек в армии учить язык, понимаете себе? Это же тоже много дорогого стоит. Да, писарем в штабе. Да. Армия НАТО, нет? Нет, это стратегические ракетные войска стратегического назначения. Да. Более интеллигентные люди служат. Да, и подошел к Битнеру и сказал, там, вот, профессор, можно? Говорю, мне очень интересно, очень хотелось научиться, нельзя ли к вам как-нибудь там приехать, посмотреть? Ну, как бы он очень просто ответил, будешь в Германии, говорит, заезжай. Ну, что ж вы к нам, да? Да. Ну, для меня, как бы, постольку я занимался немножко такой побочной деятельностью в хирургии, там, очередную машину как бы купил и прямо к нему в Штутгарт приезжаю. Мерседесы, да, там же фирма, да, Штутгарт. Да, приехал, говорю, вот, dear Reinhard, I'm here. Я говорю, здесь. Он приехал, отлично. Он говорит, типа, ну ты где остановился? Я говорю, да нигде, где остановлюсь? У меня денег-то откуда там, какие деньги? Там я в машине ночевал, можно сказать-то. Ну, не переживай, говорит, поехали ко мне, говорит, я тебе там, у меня, говорит, поживешь. Он поселил к себе в дом, я у него где-то 1.5 месяца жил в доме. Мы с ним бегали по вечерам, там, по 15 километров через день в лесу там каком-то. И ходил с ним на операции. Вот 1.5 месяца я с ним проходил. Я понял, как бы, что такое хирургия, настоящая хирургия, вообще не только герниология, потому что они делали все, еще раз говорю, мы делали желудки, кишечник. Я только тогда узнал, что, оказывается, наш постулат, когда опухоль прямой кишки располагается меньше 7 сантиметров, это всегда операция Кенемайлса там, с искусственным, с противоестественным проходом. У них такого уже не было тогда, у них сантиметр достаточно было. Это было сохранение мануса, да. Да, это было 90-е годы, представляете, как бы, я столько там все узнал. То есть я считаю, что мне повезло. Язык, плюс вот в течение обстоятельств попался такой хороший человек, которого до сих пор считаю своим учителем, как бы, который дал мне возможности. А дальше дело техники, тренажерный бокс, видеокамера, как говорит Сергей Байдо, куриная ножка, препарируй, учись шить, вязать, и все получится. Все в руках, все, да, на самом деле. В принципе, все в ваших руках. Да. Продолжаем. Кто готов поделиться своим опытом, ну, освоения? У меня, наверное, такой современный тоже облегченный опыт, потому что первое, да даже не столько герниология, сколько вообще лапароскопия, это Иркат, Франция, докризисные времена, когда можно было себе спокойно позволить съездить на базовый курс по лапароскопии, мини-пиги, потом, вернувшись оттуда, я еще в первом меди работал, мы как раз создавали там центр проксимедика тоже на мини-пигах отрабатывать. И то, что сейчас, ну, я не знаю, несколько точно центров в России есть на мини-пигах, которые отрабатывают. Плюс, мне кажется, этот год многое что изменило, очень многое ушло в дистанционную. Вот, допустим, мы в нашем центре мы создали платформу, на которой есть онлайн-курсы, да, по герниологии, посвященные, которые там непрерывное медицинское образование. Но там в основном, конечно, теоретическое больше, там с видеоматериалами. Но основное, мне кажется, в современном варианте, вот именно если говорить прямо вот на данный день, это онлайн-ресурсы. YouTube очень многое дает. Очень много каналов, на которых можно получить большие знания. Ну, тут, Владимир Борисович. У нас как-то все так... мне пришлось поменять новое место работы, и когда я уже пришел в новую больницу работать, я уже был руководителем хирургической службы. И мне как бы уже сама должность требовала от меня соответствовать. И я как бы подал себя, что я вот умею это делать, хотя, надо сказать, умел я это так с очень большой натяжкой. С очень большой натяжкой. Но при этом была абсолютная возможность это делать каждый день, тренироваться и на боксах, и потом в операционных. И самое главное, что никто не мог препятствовать. Вот тут
Это такой очень немаловажный момент, когда помогают, это вообще идеальная ситуация, но когда никто не препятствует, это, по-моему, тоже очень-очень неплохо. И когда вот когда первая операция сначала там идет, там, не знаю, какое-то очень продолжительное время, может быть, там часа два, потом она все быстрее и быстрее, потом навык все лучше и лучше, потом ощущение, что тебе удовлетворение приходит, что ты как бы осваиваешь навык, и тебе становится вообще все интереснее, ты оперируешь когда каждый день. Тут еще очень важно отметить, что операции должны быть, конечно, каждый день. Потому что если ты делаешь большие перерывы между операциями в период обучения, у тебя, если период раз в неделю, или там два раза в неделю, у тебя будет ощущение, что ты каждый раз как будто бы заново. И если вот ты сегодня соперировал одну операцию, вроде как-то пошло как-то не очень хорошо, как-то не все так как бы гладко, то вторая операция в этот же день, она уже будет так, она принесет больше удовлетворения, а если третья, то уже совсем навык лучше. И здесь, конечно, очень важно, мне очень нравится девиз, который в третьем меди проповедуется на кафедре хирургии Луцевича, что мастерство – это большое количество повторений, но очень важно сказать, правильных повторений. И вот когда ты все это вот повторяешь, еще и получается, это, конечно, затягивает. Ну, можете ли вы назвать каких-то людей или какого-то человека, который был бы конкретно вот в минимально-инвазивной гернеологии или современной гернеологии, был бы вашим учителем именно, который что-то вам показывал, или вы все-таки больше сами осваивали? Нет, все-таки учитель был, все-таки к нам пришел в больницу, когда я еще был заведующим отделением, Валерий Николаевич Игиев. Он нас показал эти операции, к ним, так скажем, полунасильственно привлек. И, в общем-то, потом как бы от него вот это вот понимание, что надо что-то сильно менять в тех устоях, которые уже закостенели, конечно, пришло от него. И потом уже, когда вот уже все поменялось, внутреннее мировоззрение, когда это я уже видел, как это делается, это, конечно, уже потом затянуло само. Это уже затянуло само. А потом уже появились новые учителя, и я уже увидел, как работает и Николай Львович. Это сильно привлекло. И Владислав Александрович к нам приезжали в клинику, показывали свои навыки, мастерство. Это, конечно, еще больше затягивало. То есть нужно понимать, да, что учитель – это не всегда дядька с бородой, да? Вот, это человек, это может быть человек и молодой, который что-то делает лучше. Да? Мне очень нравится фраза, что эксперт – это всего лишь парень из другого города. Да? Вот. Так что здесь как бы с одной стороны нет пророков в своем отечестве, а с другой стороны они вот рядом с нами, да, не нужно как бы вот сейчас даже можно руку протянуть и найти человека, который тебе прекрасно все объяснит в том числе, да, просто надо иметь желание, мы об этом чуть позже тоже поговорим. Пожалуйста, я слушаю следующее мнение. Я тоже хотел сказать, что я служил в ВВС, поэтому не был командирован в леса Германии. Вот, и поехал в больницу Центра Союза, и тогда первый раз увидел лапароскопическое исполнение грыж, паховой грыжи и вентральной грыжи вот, в исполнении Николая Львовича. Действительно, очень приятно оказаться за одним столом с учителем. Все подумают, что это инсценировка специально. Да, так случилось и так сложилось. И, ну вот, могу сказать честно, что после мастер-класса, который тогда же опять проводила компания «Медтроник», это тоже не постановка, это действительно так, несколько дней они изменили вообще мировоззрение. То есть я перестал оперировать грыжи так, как оперировал их раньше. Это истинная правда. Вот, начал потихоньку, в общем-то, повторять, в общем-то, методики. И самое главное, что, может быть, это менталитет российских менторов, что они, именно российские менторы, они открыты к общению, и можно было там позвонить, как-то у меня оказался сразу телефон Николая Львовича, позвонить, попроситься в там, свободное время приехать, посмотреть. В общем-то, и вот доступ к знаниям позволил в короткие сроки, да, освоить. Я хотел бы тут просто добавить буквально два слова, вот как так повезло,
что, познакомившись там, с известными профессорами, я познакомился буквально там, в 2000 году с Эдуардом Абдухаевичем Галямовым, и буквально вот первый звонок ему, и говорю: вы не приедете к нам в клинику? У нас есть стойки, есть инструменты, есть все. Покажите как. И он буквально: пожалуйста, завтра. И завтра приехал, показал, все пришли, посмотрели и просто были в шоке. Потом Николай Львович то же самое. Попросили, позвонили, буквально несколько дней, и тоже вот насколько открыты. И когда приехал Александр Вячеславович Сажин из Штатов, я увидел его как бы посты о том, я буквально позвонил и говорю: Александр Вячеславович, может, покажите нам, вот что вы там научились. И буквально через два дня он приехал к нам, не мы там напрашивали, а к нам в клинику приехал, показал все это, в общем-то. И так это вот, мы так загорелись, а потом уже и Владислав Александрович к нам приехал. То есть мы, наоборот, как бы к себе привлекали, создавали условия, и с нами делились вот на сегодняшний день, насколько я понимаю, это вот ведущие специалисты, и они нам передали вот это вот... как бы, никого не заставляли, да, в том-то дело. Никого, да. И даже самое главное, что не приходилось уговаривать, там, заманивать банкетами, там еще. Просто буквально звонок: у нас есть клиника, есть школа, масса желающих, приезжайте. И вот такая вот открытость, она, конечно, да, просто, вот может кто-то удивиться, в Москве даже или в регионах, но вот это на протяжении стольких лет, и никто ни разу не сказал, что нет, мы тут вот умеем делать, вот мы сейчас создадим тут у себя такую школу, чтобы к нам все приходили. Наоборот, вот все, кого я назвал, это все люди, которые профессора, которые вот мы готовы, не то что приезжайте к нам, и к нам тоже, но мы готовы приехать и показать. И это оказалось настолько увлекательно, настолько увлекательно. Николай Александрович, Николай Александрович, прошу вас. Я тоже считаю, что надо начинать отчет с того времени, не когда ты там первый раз что-то смастырил, вот, а именно с того времени, когда твоя голова изменилась. Важно, важно. Вот с этого времени. Поэтому что там раньше лапароскопически, не лапароскопически делали, это, по-моему, не очень важно. Вот когда мировоззрение изменилось, это гораздо более важно. И здесь я назову несколько имен. Первое – это это Валерий Николаевич Игеев, который возглавлял хирургическую службу нашего центра с 2009 по 2013 годы. Это, безусловно, Юрий Новицкий, с которым мы совершенно случайно первый раз встретились на американском съезде Американской ассоциации гернеологов во Флориде, в Орландо. В Орландо. Это, по-моему, был год 11-й, если я не ошибаюсь, 11-й, наверное, да, и который там после своего... Оказался тоже из военно-медицинской академии, да, в том числе. Да. Который после своего презентации по поводу ТАР, я так посмотрел, ну, что-то понял, что-то не понял. Так, вот и все. Потом мне в кафе, вот это происходило в огромной-огромной гостинице, в кафе, вот, пили кофе, мне на салфетке что-то там набрасывал, вот смотри, на салфетке, карандаш. Ну, вот эти как положено, математики тоже на салфетках свои формулы пишут. Вот. Дальше это те огромные ресурсы, видеоресурсы, которые сейчас всем в доступности, слава богу, потому что раньше такого вообще не было, конечно, которых можно смотреть, учиться некоторым приемчикам, некоторым особенностям. Но я говорю, кстати, очень благодарен Владу. Я много видео посмотрел, замечательное видео. Вот. Самое главное, когда твоя голова изменилась. Вот это, мне считаю, очень важно. Когда ты понял, что если уж ты что-то делаешь, дорогой, то ты должен делать так, чтобы ни тебе, ни кому-либо, твоим окружающим, твоим родственникам не было за тебя стыдно. Надо смотреться в зеркало всегда, чтобы тебе не было стыдно. Ты должен делать на современном уровне и прежде всего знать, что ты должен помочь пациенту, не себе, пациенту. Вот это, по-моему, самое главное.
Мы еще поговорим чуть позже про мотивацию. Сейчас я хотел Александр Александрович услышать, который тоже является нашим учителем, действительно. И я тоже не скрываю моим тоже в чем-то, естественно. Вот, так что да, мы тут все друг другу говорим комплименты, реверансы. Как у вас это все было? Благостного русла, в котором сейчас происходит наша дискуссия, перейти к реальной правде, которая есть. Вот, Николай Иванович, сколько лет вас интересует вопрос образования других хирургов? Наверное, с первой операции, когда вы сделали эндоскопическую операцию? Ну, у меня, да, я должен сказать, что у нас вот Центр эндоскопической абдоминальной хирургии, который был организован Сергеем Ивановичем Емельяновым, да, в свое время в нашей кафедре, он работает с 96-го года. То есть, соответственно, мы начали преподавать где-то до середины 90-х годов, да, да. И вот этот вот вопрос, он возникает постоянно, где и как научиться? Ну, для начала база у всех одинаковая. Есть какой-то буклук, да, который надо просмотреть. Ты создаешь таким образом видеоматрицу для себя. Эндоскопическая хирургия позволяет это сделать даже дистанционно. А дальше начинается самое интересное, когда ты попадаешь в свою собственную операционную. И я думаю, что проблема обучения сдвинется только тогда, когда мы скажем честно, что каждый хирург учится на людях оперировать. Не на коробках, никуда не денешься, да. Не на свиньях, не на ком, а на пациенте, грыжу которого было невозможно смоделировать в искусственных условиях. Какой смысл стоять перед коробкой и шить двумя руками, когда так перед человеком ты никогда не встанешь? Ты будешь стоять сбоку, слева, и ты не будешь стоять так, как перед коробкой, перед человеком. И вот после того, как мы скажем правду пациенту, вы у меня первый пациент с папой грыжи эндоскопический. Вы согласны? Нет, ну кто-нибудь из ваших пациентов скажет, что я согласен, да, я буду первый, можно? Можно я пойду? Так получается, что образование хирурга начинается с вранья, да? Что мы не договариваем, ну, или либо с легкого недоговора нашим пациентам, что... Я думаю, так далеко зайдем, вранье-то везде есть. Да, это самое, что я в принципе знаю, как вас делать, как вас... Я в книжке видел. Да, я видел. Да-да-да. Вот. А как этот вопрос решить? Вопрос риторический или практический? Практический, да. Ну, в этом, так сказать, как раз и кроется фундаментальная проблема нашего медицинского образования. И самое главное, еще на это накладывается менталитет молодого хирурга, который считает, что он все знает, все умеет. Я просто, простите, если там перебиваю и вклиниваюсь, потому что у меня наболело, условно говоря, потому что есть два диаметрально противоположных подхода. Одни не дают учиться развиваться, а другие говорят, иди. Делай, что хочешь. Делай, что хочешь. Вот я часть жизни прожил в первом, но мне повезло, в какой-то момент пришел человек, который меня начал учить методологически. То есть нельзя молодому хирургу отдать сразу всю операцию. Если мы говорим про грыжи, вот мои молодые хирурги, как? Они сначала рассекают брюшину, если мы говорим про паху грыжи. Вот пока они не нарассекаются до такой степени, что их тошнит, меня тошнит, они это делают глазами, я их не пускаю дальше. Потом они ее выделяют, потом они ставят это. И больного оперирую я, потому что вот пока я не пойму, что я могу не намываться... Ответственность на вас. Ответственность только на мне. Я не даю двинуться на следующий этап. То есть у меня всегда ключевое, это что вот все, он рассек брюшину, а я не намытый стою, он с другим ординатором намылся. Окей, я намываюсь, мы идем дальше. Это, к сожалению, долгий путь. Ко мне не любят эти ординаторы. Они любят меня за теорию, но они не любят меня за практику. Потому что у меня они за год делают мало операций самостоятельных. А они считают, что через месяц после окончания института они могут сделать грыжу, холецистит и прочее. Поэтому вот вопрос изменить себя как взрослых хирургов, да, научиться учить, вот это вот тоже очень важный момент, потому что не каждый из практикующих хирургов – это учитель. Потому что учитель – это вообще другое, это не хирург. Это терпение, это выдержка, это тоже важно. Ну, не знаю, ответил, не ответил, это часть такого ответа. Да, меня просто этот вопрос на самом деле очень увлекает. Я часто вижу видео, мне присылают хирурги, и говорят, что вот я сегодня сделал первую операцию. Я смотрел ваш канал на Ютубе, там видел операцию, и сегодня решил сделать. И вот посмотрите, что у меня получилось. И что там? Это, слава богу, поедете. Это не кулинарный поединок, да, это человек. Получилось. Ёкалово, что ж там получилось? Примерно одинаково, да? И как бы ты должен понимать, что ты несешь ответственность за то, что сделал этот человек. С одной стороны, свою голову другому не приставишь, да? Но он же смотрел твои видео. У тебя же получалось. А что у тебя не почему у меня не получается? Да, что ж такое-то? Ты же хирург, и я хирург. И давай сделаем точно так же. Вот, конечно, система, про которую вы рассказываете, она идеальна абсолютно, да, где каждое движение оттачивается. Да? Вот. Ну, мне просто интересно, какой объем вот этого.
целом шит должен пройти человек от паховой грыжи до витральной грыжи эндоскопически, если он месяц, то под вышину рассекает. Ну, по сути, получается, вот в современной системе, примерно как раз вот если мы говорим, за два года, вот мой внутренний, ну, у нас как система, у нас первый год ротация, да, то есть если я за три месяца, те, которые у нас ординатор находится на, у меня под моим контролем, я понимаю, что он заинтересован, и меня он устраивает, я его приглашаю на второй год, он проходит остальные отделения, если он не передумал, я его приглашаю на второй год. И вот тут вот за год мы ставим, я говорю, что вот ты научишься делать, даже не то, что научишься, ты поймешь, как это делать, и с опытным хирургом, уйдя от меня, ты сможешь делать лапароскопическую паховую грыжу, ты сможешь сделать грыжу открытую по Лихтенштейну, потому что тоже не надо забывать, поскольку, ну, это смешно, когда хирурги молодые, которые делают что-то более сложное, они не понимают анатомию спереди вообще, ты научишься делать айпом, и научишься делать холецистомию. Мы сговариваемся на четырех операциях, потому что это наиболее часто выполняемые операции там, в моем подразделении. Устраивает, давай двигаемся дальше. Помимо этого, ты научишься там лечить, там ты как лечащий врач, там более сложные случаи, но технически ты получишь 4 операции. На это уходит год. Зависит от потока, конечно, еще вот, ну, твоего личного. Ну, конечно, зависит от уровня тестостерона еще и все прочего, да, но тем не менее, конечно, это подход такой систематический. Я призываю всю мировую скорбь на себя не брать, а тут как-то это за все ответственный учитель. Ну, тут обоюдная вещь. От ученика тоже очень много зависит. Первое. От тебя, дорогой, зависит, куда ты идешь учиться. Это для тебя, поэтому ты уж выбирай, где ты хочешь учиться. Ты должен все узнать про это учебное, лечебное, научное заведение, знать, что люди там делают, знать, чему они тебя хотят научить, могут научить. И это, идти туда или туда, или туда. Ну, если ты, как баран, идешь вот проторенной дорожкой, ну, потому что все туда вот идут, он единственный здесь, и все туда вот идут, идут, идут в это учебное заведение. Ну и чему ты научишься? Может быть, чуть-чуть посмотреть вокруг, посмотреть, какие альтернативы есть. Это первое. Второе. И теперь со стороны преподавателей. Вот пока твое имя не будет ассоциироваться с твоими учениками напрямую, и каждый человек, который видит твоего ученика, будет и тебя вспоминать, вот ничего не получится. Тогда не будет нормального преподавания. У нас же, где вы учились? На кафедре такой-то. Ну, замечательно. А у кого? И у кафедры. У кафедры. У того-то. И последняя ремарка. Мне очень понравилась в Америке, вот где мы с Саженом Сашей были. Вот это я никогда не забуду. Вот это нонсенс вообще. Мы случайно попали на такую конференцию. Это разбор осложнений и смертей. Выходят, ординаторы, резиденты и докладывают от первого лица. Я. От первого. Все понимают, все сидят в зале, все понимают, что это вот он сделал, его сенсей. Но он докладывает от первого лица. Это приучает к ответственности. Вот это я вообще обалдел. Было сделано, да? Не-не-не-не, я. Там банальная вещь была, за которую у нас вообще бьют очень сильно, прям вот самым тяжелым предметом. Там при ножевом ранении брюшной полости пропущена вторая рана в тонкой кишке. То есть одну ушили, серьезный хирург, там больше к 50 годам так. Вот, одну ранку он ушил, одно отверстие в тонкой кишке, а второе вот не заметил, а может и не искал. Ну вот этот молодой человек докладывал, я. Я думаю, навсегда запомнит. Так, ну я позволю себе тоже немножко сказать, да. Вот, у меня, наверное, ситуация была, как ни странно, самой худшей из вас всех. Это начало 90-х годов, интернета не было, ютуба не было, да. Вот, совершенно верно было сказано, да, что, конечно, голова. Да, то есть change mind, да, то есть нужно изменить свою голову, да, и захотеть. Основная мотивация заключается в том, что мы должны исходить от пациента, совершенно верно, да, то есть что лучше пациенту, да, пусть я помучаюсь, но пациенту будет лучше. И в каждом конкретном случае, у каждого конкретного больного с грыжей в том числе, да, мы должны понимать, как сделать так, чтобы пациенту было лучше, да, вот, это очень важно.
начала 90-х годов у меня не было учителей. Вообще никаких. Я помню, что первую свою холецистектомию лапароскопически я сделал по двухстраничному буклету фирмы Карл Шторс с 8 картинками, да, где были показаны этапы холецистектомии. Да? Самостоятельно вытащенный клип-аппликатор под нейрохирургические клипсы эндоскопические такие есть, серебряные. Да, вот. Значит, эректоскопические зажимы с резинкой вместо кремольер. Гастроскопическая такого размера камера, на которой руками был вытащен переходник под лапароскоп, да, какой-то такой еще, помните, ГДРовские были, МЛБ, такие гастроскопы. Вот, не гастроскоп, а лапароскоп, тонкие. Вот, значит, вместо инсуфлятора был аквариумный насосик. Ну, так мы делали первый операцию. Что надо было захотеть, что надо было добиться. Я очень благодарен, в этой ситуации учителей, может, и не было, но я очень благодарен Вадиму Шефеденко, который начинал, в общем, ну как бы меня привел туда, да. Мы, наверное, примерно на одинаковом уровне понимали, как, что мы делаем, да, но он именно был локомотивом, значительным локомотивом. Он именно то, что мы, методология, да, то есть мы были окружены, по сути дела, врагами, да. Никто не хотел, никто не понимал. Эти хирургии по замочную скважину, да, хирургии через палочки, да, как это, что это. Вот, значит, а грыжа, да, ну, нам досталась видеокассета ВХС такая, помните, были, да, на которой там третья копия была какой-то паховой грыжи в исполнении там кого-то в Америке. Вот мы все это посмотрели, а потом известный вам, наверное, Вадим Вишневский с фирмы «Аутосьюч» тогда принес нам герню-степлер и сетку. И сказал, делайте, да, ну, сделали. Но это не просто так, что мы взяли, вот как Лысый Александрович говорит, ну, больного взяли, вот, ну, потренировались, конечно, на больном, естественно, да. Но я должен сказать очень важно, что жесточайший самоконтроль, вот это очень мы выработали в себе тогда, когда мы работали без права на ошибку. Молнейшее осложнение, и нам запрещают все. Мы это понимали прекрасно, да. Поэтому все операции записывались на видео. После этого, да, мы уже поняли, что когда ты оперируешь, мозг человека устроен таким образом, что он запоминает только какие-то позитивные моменты. И ты, если операцию просто пытаешься вспомнить, ты вспоминаешь ее клипообразно. Вот здесь я сделал то, здесь я пересек, здесь я убрал. А когда начинаешь смотреть свое видео, ты видишь, сколько там технического брака. Вот инструмент пошел не туда, а вот я не туда полез, а вот так далее. То есть обязательно смотреть свои собственные видео после операции и обсуждать их с кем-то. Вот так мы больше делать не будем. Вот смотри, ты пошел сюда, у тебя инструмент шел с поля зрения, так мы больше делать не будем. Здесь ты полез немножко не туда, здесь ты не то движение сделал, буквально. И каждая операция, даже банальная холецистомия, нами обсуждалась всегда. Я уж не говорю про герниопластику. Поэтому вот эта вот выработка жесточайшего самоконтроля, она позволяет минимизировать осложнения, конечно. Да? Вот. Естественно, язык, да, английский язык, абсолютно, Алексей Валерьевич правильно сказал, английский язык. Да? Ну, я же не говорю про китайский, конечно, да, но английский хотя бы обязательно нужен. Вот. Значит, читайте, да, теперь есть YouTube, все что угодно, IRCAD, там, не знаю, в каждом региональном обществе, немецком обществе хирургов эндоскопических, европейском обществе, везде есть видеохостинг, везде есть видео, да, везде куча вебинаров, куча семинаров, все это бесплатно транслируется. Есть PubMed, там можно посмотреть бесплатно любые статьи. Есть KeyHub, в конце концов, да, где можно полнотекстовые статьи получить. То есть ты сидишь, грубо говоря, в деревне где-нибудь, да, в ЦРБ, у тебя все это есть. На кончике твоего телефона мобильного, по сути дела, да? То есть жаловаться грех. Учиться можно, главное захотеть, главное вот этого, да? Развить себе, учиться можно обязательно. Да, тут есть вопрос, да, нам бы очень хотелось иметь ментора рядом и того, кто можно, у кого можно было бы учиться, а у нас в Саратове никого. У вас был Ходьков? На секунду. Вот, ну это ладно, в сторону. Вот, и тем не менее в Саратове никого. Зовите. Ядрёна мать, зовите. Вот только что Богдан Борисович говорил, что зовешь Галямова – приезжает, зовешь Сажина – приезжает, меня зовешь – приезжает. Так позовите. Это не так дорого стоит, я вас уверяю. Билеты на самолет до Саратова, от Москвы до Саратова не такие уж дорогие. Проживание в гостинице тоже не такое уж страшное, на самом деле. Да? К тому же есть замечательные фирмы-производители, которые, в принципе, готовы поддерживать эти усилия. Вы что думаете, коллеги, что Алексей Валерьевич, там, не знаю, поехал туда-то, да? Вот. Александр Михайлович поехал туда-то. Вот. Николай Александрович в Америке с кем-то встретился. Это что, мы за своего кармана что ли платили все это? Да ничего подобного. Есть фирмы, которые, если они видят твои усилия, если твоя клиника начинает что-то покупать, да, если у тебя развиваются какие-то операции, у вас есть всегда региональный представитель какой-то компании западной с какими-то деньгами, который тебе поможет по большому счету. Какую-то часть оплатит. Дорогу.
питание, проживание. В конце концов, не знаю, можно пойти куда угодно, понимаете, покушать в Макдональдсе там где-нибудь, там, не знаю, в Германии, да, но увидеть хорошую хирургию. Никто сейчас не запрещает, границы открыты. Вот, загранпаспорт есть. Ну, сейчас ковид, конечно, да. Ну, извините, это форс-мажор, если ничего не сделаешь. Я думаю, что после ковида жизнь все-таки будет. Да? Вот. И тем не менее, я считаю, что, конечно, жесточайший самоконтроль, видеозаписи, это самая координация с экспертами, просмотр видео интернет-ресурсов, все это вместе. Между прочим, коробка тоже, между прочим, Александр, зря вы говорите. Вот. Коробка. У меня была коробка из-под обуви. Да? Там веб-камера, фонарик и два старых инструмента. Подключаешь это к дому, смотришь. Куриная нога. Прекрасно. Разрезаешь кожу, шьешь. Это не человек, я согласен. У человека все пульсирует. Маленькое пространство. Ты тут не подойдешь, там не подойдешь. Но какие-то банальные навыки, вот хотя бы вот это вот накрутить на инструмент, понимаете? Оно все равно приходит. Ты же не будешь на больном этом учиться. Я прекрасно помню, как первый номер журнала «Эндоскопическая хирургия», 95-й год. Я писал статью по ручному шву, обзорную. В этом меня попросили в этот журнал написать. Вот. И прекрасная фраза, есть такой Натаниэль Сопер, да, очень известный эндоскопический хирург и вообще автор книги Master of Endoscopic Surgery, вот последний, да. И у него прекрасно, я помню эту фразу, я перевел на русский язык и там опубликовал. Это разочаровывающий и унизительный опыт, когда вся хирургическая бригада в течение 15 минут наблюдает героическую борьбу за один плоский узел на мониторе. Вот, понимаете? Да. Я думаю, что каждый из вас примерно видел такое в исполнении хирургов, которые не тренировались до этого. А давай я ушью. Давай, а что там такого? Сейчас зашью. И никак. Да? Так что вот это как раз для этого коробка, она, в общем, помогает на самом деле, да. Недавно тут у наших как бы таких между собойчиков хирургических Сергей Викторович такую мысль озвучил, что есть VetLab, да, а есть HumanLab. Вот поэтому, как бы, чтобы меньше на HumanLab тренироваться, вязать узлы, все-таки коробка, мне кажется, с видеокамерой – это хорошая альтернатива. Поэтому начинать нужно обязательно с бокса. Но только самое главное – не смотреть глазами на него. Нужно сделать видеокамеру и смотреть монитор. Потому что самая большая ошибка хирургов, которые хотят научиться в тренинг-боксе что-то делать, они смотрят именно глазами сверху. Это самая главная ошибка, потому что у вас не будет трехмерного пространства, когда вы будете оперировать человека. Именно двухмерное пространство мешает полноценно и качественно работать хирургу. Поэтому нужно привыкать глазами именно к двухмерке. Только через камеру смотреть. Это как бы вот нюанс такой. Я бы хотел продолжить Николая Львовича. У нас сегодня состоялась такая новогодняя встреча с одним из производителей известных оборудований для лапароскопических операций. И вот один из проектов, который мы обсуждали, ну это пока так, декларация о намерениях, но к разговору о том, что вот во многих больницах стоят лапароскопические стойки в провинции, накрытые там полиэтиленовым пакетом, да, и сестры простынкой, сестры моют, вытирают, что-то там работает, что-то не работает, и даже уже точно никто не знает, что работает или не работает. И вот мы обсуждали это с представителями этой производитель о том, что мы с удовольствием, если ваш региональный представитель выяснит, что такая ситуация в больнице есть, что если есть лапароскопическая стойка, и если она действительно функционирует, если она работает, но она никем не осваивается, то мы с удовольствием туда приедем и поделимся своим опытом. И кто-то, может быть, тоже загорится, и кому-то тоже может интересно, и потом не надо будет ездить, а все будет само развиваться. И вот такой у нас проект есть, и я думаю, что, наверное, начнет реализовываться уже в будущем году, естественно. Ну вот это как раз, как вас позвать, да, ну это как вопрос такой простой. Например, я думаю, практически у всех есть каналы в Ютубе. Напишите на Ютуб, напишите в Фейсбук, напишите там, не знаю, мои телефоны, мобильные почты, есть просто, не знаю, у ленивого только их нет. Поэтому набиваешь в интернете Николай Матвеев, и вылезает тебе и телефон, и почта, и все на свете. И тот же самый канал в Ютубе, на котором есть чат, везде сейчас есть чат, да, приезжайте, да, приезжайте там, вы приезжайте, то... Это вообще не проблема, на самом деле, никакая. Вот, и здесь... Вот интересный, странный немножко вопрос. Почему стали называть содержимое грыжевого мячка менеджментом? Я такого не слышал, честно говоря. Нет. Вчера буквально слышал на лекции по ущемленным грыжам. Но менеджмент это, да, это просто сама операция по поводу грыжи. Да.
Немножко стали сейчас, я слышал... Менеджмент, странно, конечно. Это не менеджмент, это просто кривой транслейшн, потому что how to manage the hairy sack, имеется в виду. Поэтому... Как обработать грыжевой мешок, да. Нет, сейчас я слышал, есть тенденция, стали называть гернопластику ремонтом, ремонтом грыжи. Вот это я слышал. Это просто подстрочник. Это тоже другой перевод такой ремонт. Странный. Мы называем герниопластика, да, это опять же термин, которого в мире практически нет, да, везде hernia repair, да, то есть это, ну как бы, да, действительно ремонт, одно из значений слова repair – это ремонт, да, ну это немножко, конечно, механистически, да, мы себе не можем как врачи это позволить, правильно, но по большому счету, как ни назови, да, только в печку, да, не ставят, вот, так что поэтому… Содержимое никто менеджментом не называл, да, это просто, значит, какая-то ошибка перевода, и не нужно на это обращать внимание. Да, значит, вот и мои менторы у нас тоже будут, и передовые хирурги герниологам можно стать. Сначала уже передовым хирургом стать, передовым хирургом в голове у себя, да, а потом уже герниологом. Так, наверное, все-таки. Ну, мы, да, вот обсуждая тему обучения, сами с того не заметив, скатились как бы вот на узкую специализацию герниологии. А нужно все-таки отталкиваться от того, что нужно учиться на лапароскопического хирурга, а не на герниолога, наверное. Наверное, это будет правильно. Поэтому я так считаю, что герниология – это просто хороший такой трамплин для лапароскопической хирургии вообще абдоминальной. И начинали мы, возьмите того же там, ну, Сергея Байдо, который сейчас, ну, практически показывает чудеса лапароскопической хирургии в своей клинике, доводя процент, вдумайтесь, только онкологических операций до 90 выполненных лапароскопических. Да, да. Все можете, кстати, тоже посмотреть его канал. И на канале все это есть. Это как бы высший пилотаж, это то, к чему нужно стремиться. Начинали мы с ним вместе, как бы начинал он тоже как бы с тренинг-бокса, с той же куриной ножки, с аппендицита, с грыжи и так далее. То есть это как бы стартовый трамплин. То есть. Да, то есть это люди, которые сделали сами себя, по сути дела, да, никто их не заставлял, не тянул там, не знаю, за что-то там, да, это люди просто захотели сделать, вот, и вот так. Николай Вольфович, а еще очень полезная вещь, она давно-давно озвучена, еще и Аркадий Исаакович Мракин, ну пусть будет маленький, но дефицит, вот когда у тебя есть дефицит больного, вот маленький, не надо много. Вот когда ты понимаешь, что у тебя не валом вот это вот все валит, и ты просто как перемалываешь, а маленький, но дефицит. Ты вынужден будешь искать пути, чтобы быть лучше. Ну, это да, это безусловно, да. Есть тоже важный момент. Странный тоже немножко вопрос. Как можно посмотреть предыдущую трансляцию грыжи? Это я не знаю, о чем вообще, может быть, не к нам. Вот. И вопрос, нас, который опускает нас абсолютно на землю. Не знаю, можем на него ответить, конечно, я думаю. Каковы риски отказа фиксации сетки при TAPP? Ну, если сетка нормального размера, по-моему, никаких рисков нет, да? Если бы только прямые, может, большие. Все зависит от, во-первых, размера грыжевых ворот. Ну, доказано в статьях, что если грыжевые ворота 3 сантиметра и меньше, то нет необходимости фиксировать сетчатый протез. Да, при размере грыжевых ворот, там, допустим, той же паховой грыжи, там 5-7 сантиметров, безусловно, сетка требует фиксации. Но большинство грыж паховых наших, они в этот размер укладываются. Поэтому главное – это правильно выделить предбрюшинное пространство. Если у вас сетка лежит, не подворачивается, закрывает полностью без всяких усилий хирурга все возможные места выхода грыж и прижимается брюшина, и когда вы убираете пневмоперитонеум, вы видите, что она плоская абсолютно, то она никуда не денется. Другое дело, что вы боитесь выделять пространство и чуть-чуть поковырялись и пытаетесь запихнуть туда большую сетку, тогда да, тут, ну, как бы, поэтому у нас фиксация здесь возникает. Все вопрос техники, не более того. Да, абсолютно верно. Да, мне даже нечего особо добавить. Диссекция, размер. Да. Я делаю так. И размер сетки. Двумя зажимами берете нижний край брюшины и начинаете вот так вот двигать. Если сетка не двигается вообще, она правильно. Если двигается, она неправильно. Ну, в общем, я, да, я тут не хотел технически делать, это прекрасно. Добавить, что размеры сетки и качество фиксации никогда не заменят технических дефектов при диссекции. Абсолютно, абсолютно, да. Должна быть просто методика, правильно, соблюденная методика операции, которую можно научиться, да, на правильных каналах, у правильных экспертов, да, вот, не надо учиться сейчас самому, слава богу, ничего, да, надо просто посмотреть, послушать и так далее, да, никаких, вот есть какие-то, да, там, допустим, если прямая грыжа размер больше 3 сантиметров, можно одним шовчиком подшить там куперовской связки, да, руками, ну, собственно, и все. А так получается, что если вы не фиксируете, вы избавляете пациента от боли, да, и экономите деньги, потому что степлер стоит денег. Вот, собственно, давайте мы от этого отойдем. Это уже столько уже говорили об этом. Мы просто не оригинальны будем. Так,
Дальше. Я бы хотел, да, нам осталось где-то полчасика с вами поболтать. Я бы хотел еще спросить, да, вот меня больше волнует и вообще в нашей хирургии, в российской, это очень важно, да, там, где мы можем спросить, допустим, мотивация, вопрос мотивации, мотивации хирурга, да. Если мы говорим там, о Соединенных Штатах Америки, где хирурги получают очень хорошие деньги, мы уже оставляем за скобками то, что они очень много работают, да, по большому счету, да, и нам не снилось, как они работают, если честно. Да? Вот. Но они получают хорошие деньги. И вопрос мотивации для них не стоит в этом плане. Да? Хотя они тоже выгорают, да, и там все прочее. Но не так вот. У нас в России вопрос мотивации чрезвычайно важен. Многие уходят из хирургии. Хотя, кстати, на Западе тоже, да, есть огромная проблема. Белые мужчины не идут в хирургию. И в Европе, и в Америке. Да, вот, да. А вот вы посмотрите, ради интереса, на сайте Medscape вчера. На сайте в Минске вчера был опубликован список из 25 восходящих звезд американской медицины. Из этих 25 человек всего лишь, извините, я не расист, но всего 4 человека белые. Вот, да? То есть это говорит о том, что сменяются эти вещи. Да, и, может быть, белые будут. Это вопрос отдельный. Но мы говорим сейчас про Россию. У нас нет такого количества не белых, да. Вот. И какая же у нас мотивация? Вот что приводит человека к тому, чтобы стать, ну, мы сейчас про гернеологов говорим, да, значит, про хирургов это немножко другое. Вот в разговоре, да, вот даже некоторые говорят, а что ты, ну, вот уже что-то ничего не хочется, уже вот все надоело, да, и развиваться не хочется, и вроде больные есть. И часто встречаешь даже у молодых людей такую ситуацию некоторого разочарования. Как вы можете описать свою мотивацию, да, как вы можете транслировать именно свою мотивацию, может быть, чтобы в ком-то зажечь желание прогрессировать в хирургии, пожалуйста. Ну, прежде всего, это результат. Мотивация должна основываться на результате. Если ты прооперировал пациента одним методом, видишь результат, прооперировал другим, видишь совершенно другой результат, то это и есть мотивация. Ты работаешь хирургом, тебе все равно работать. Вот мне, допустим, как хирург, намного легче сделать там грыжу вентральную или паховую эндоскопически, чем разрезом, потому что я уже не люблю там как бы по локоть быть в крови, потом ходить в перевязочную, там эти раны пунктировать, серумом выпускать. Я сделал как бы это и забыл. Это самая главная мотивация. Мне кажется, облегчить свою же работу облегчить. Вы действительно облегчите. Когда вы научитесь делать это, вам работать будет легче, проще. Спасибо. Так, кто следующий, пожалуйста? Я, наверное, так это грустную тональность задам. Грустная мотивация. Потому что, к сожалению, в современной системе, то, в принципе, с чего, Николай Львович, вы начали, что в современной системе наше отечественное здравоохранение, в современной хирургии, в современном отношении до этого года к врачу, по большому счету, у молодого, даже не то, что к хирургам, у нас же у всех, мы же не хирурги, мы в первую очередь, у нас врачебное дело написано в дипломах, мы врачи. Лечебное дело, да. Никакой мотивации-то изначально нет. Мы все идем, зная о том, что зарплата будет небольшая, работы будет много. Тут вопрос то, что на самом деле 99% идут по призванию, ну, просто потому что чувствуешь себя в этом. А кто-то, ну, по каким-то другим причинам. Но вот я так сижу, слушаю и просто получаю наслаждение, не знаю, как наши зрители, слушатели, потому что затрагиваются те вопросы, которые практически, не то что не практически, вообще не обсуждались на не только гернеологических съездах, а вообще хирургических, там еще что-то философского характера. И это несколько напоминает то, что происходило там чуть больше 100 лет назад, тоже на рубеже веков. Вначале, если вы все помните статью Сергея Петровича Федорова, да, царского хирурга, которая «Хирургия на распутье». И там как лейб-медика, раз... лейб-медика, да, пиратского. Да, лейб-медика, как раз там и вопросы поднимаются. Образование, как вообще взаимодействие с врачом, это все было поднято 100 лет назад. Но в силу определенных обстоятельств, да, была одна система как бы срезана, была навязана система несколько другая, да, небезызвестный Семашко, который произнес тоже очень известную фразу, что врач себя прокормит сам. И подменилась идеология несколько о том, что стало в мотивации чуть-чуть другое, что люди пошли, зная, что они никогда не останутся голодными. И вот у меня нет ответа на ваш вопрос.
Я просто вот как такой вот от себя и для себя, может быть, и для своих ординаторов, которых я там заставлю пересмотреть эту запись, о том, чтобы вот та, может быть, парадигма, мы очень много говорили про смену сознания сегодня, да, может быть, мы сделали какую-то крупицу о том, что где-то посеяли, о том, что что-то должно измениться в нашей работе, в нашем подходе, в отношении к специальности, и родится какая-то новая система, где, да, пока внутренняя мотивация, только внутренняя, о том, чтобы сделать хорошо, но есть фирмы, есть образовательные центры, которые должны поддерживать, чтобы заинтересовывать и создавать новую систему, и тогда будет мотивация намного больше. Ну, вот смотрите, сейчас люди сидят, там, слушают нас. У нас просто осталось. Да, и скажут, старые проклятые лицемеры. Да, они за это, за не спасибо старые. Оперируют. Молодой, но тоже проклятый. Собрались лицемеры. Тут, понимаешь? Да. Да, сидят довольные, ластящиеся. Да. На самом деле, про Америку. Вот Николай Львович так чуть-чуть затронул. Никто не видел, как они там впахивают до тех пор, пока стать успешными, богатыми людьми. Условно богатыми, давайте так. Это же это безумный труд. Это, они рабы, вы понимаете? Вот там надо один раз увидеть этого резидента. Он раб. Он там раб. Был случай, когда резидент от усталости уронил донорскую почку. Печень, я прошу прощения. Он заснул на ходу, уронил, нес тот донорскую печень. Он заснул. Поэтому и здесь это стремление, это учеба, это самосовершенствование, оно будет вознаграждаться. Пожалуйста, если вы станете топовым хирургом, вас будут приглашать на мастер-классы. Вы будете преподавать. Вас будут приглашать на платные обучающие это программы. Мотивация тоже, это да. Мотивация, если вы хотите заработать. Вы будете претендентом на должности в тех клиниках, где стимулирующие надбавки к базовому окладу, я сейчас как администратор скажу, распределяются другим способом. Но все-таки на это можно зарабатывать, в принципе, на это можно заработать. Да, когда всем поровну. Ну, это тоже мотивация. Это тоже мотивация. Так что не надо это куда-то прятать и так прикрываться только... Нет, я должен сказать, что да, действительно, даже в России на свои квалификации можно зарабатывать. Да. И даже в тех регионах, казалось бы, депрессивных, если ты там один, да, ты все равно, ну, что-то ты можешь, все равно у тебя конкурентное преимущество, если ты лучше работаешь, у тебя конкурентное преимущество, это никто не отменял. Еще я хотел такой аспект позже под конец затронуть, что на самом деле минимально инвазивная хирургия – это красивая хирургия. Это красивая хирургия, да, она эстетична и просто приятно работать. Приятно работать минимально инвазивной хирургии. Да? Вот это белая хирургия, как мы сейчас говорим, да, красная хирургия, белая хирургия. Да? То есть, когда хирургия без крови, хирургия интеллигентная, в слоях, да, это просто красивая хирургия. А это разве не мотивация? Это тоже мотивация. Ну, согласитесь, Николай Иванович, что мы стоим, на мой взгляд, на закате лапароскопической хирургии и у истоков эры роботической хирургии. То есть эти навыки лапароскопического хирурга, они впоследствии сейчас перейдут в роботическую фазу. И в ближайшее время все-таки будут работать роботы. Да, ну это да, впахивают роботы, но не человек, да. 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 Вот. Но это тема отдельного разговора, сейчас мы просто должны заканчивать. Прошу, буквально осталось минуты, я прошу высказаться вас вот, кратко, да, если можно, потому что мы должны заканчивать. Ну тогда раз уже это мы финализируем нашу встречу, да, я хочу сказать, что я рад здесь участвовать, рад всех видеть. И учителей, и коллег, и своих учителей, которых здесь нет за этим столом. Спасибо компании «Метроник», которая нам устроила это. И спасибо всем, кто помогал мотивироваться. Владислав Александрович, я не могу не дать вам высказаться тоже по этой теме. Я хочу просто сказать, что лучшая мотивация – это получать удовольствие от того, что ты делаешь. Когда ты на самом деле работаешь, идешь в кайф каждый день в операционную, но до этого уровня просто нужно дорасти, и все. И тогда потом приходят финансы, приходят поощрения со стороны администрации, приходят все вот те плюшки, о которых Николай Александрович говорил. Но все это начинается с идеи и со печеньки. Становления себя как личности в первую очередь. Да. Большое спасибо, коллеги. Мне казалось, мне показалось, что разговор получился нашелся интересным, да, и содержательным, самое главное, да, не бла-бла, а вот с этим мы высказали многие то, что нам интересно, и то, что важно, я надеюсь, и для нашей аудитории тоже. В заключение хочу всех поздравить с наступающим Новым годом и надеяться на то, что следующий год будет более открытым, чем этот год, да, и мы сможем, в том числе все наши
авансы, которые мы сейчас выдали, да, в плане обучения, в плане всего прочего, сможем реализовать, да, и таким образом способствовать развитию все больше и большего количества квалифицированных герниологов. Спасибо большое. Спасибо всем.